воскресенье в Самарской области будет пасмурная погода, практически везде пройдет небольшой снег. Дневная температура -3, -5 градусов, ночью 6-8 ниже 0. Ветер западных направлений, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани пасмурный день, небольшой снег. Днем -4, ночью -7 градусов, ветер западный 3 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, небольшой снег в течение дня, температура воздуха днем -4, ночью 6 градусов ниже 0. Ветер западный 3 метра в секунду. В Самаре пасмурный день, вечером снег, днем 5 градусов ниже 0, ночью -6. Ветер западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 75%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.